красивую речку мы нашли, доехали на байках. Спускались к ней через храм, с дороги. Дорога высоко. Всем привет! С вами Татьяна Абрамова. Почему меня так плохо видно? Потому что 4 утра, и мы сейчас собираемся группой на вулкан Батур. Мы уже у подножия вулкана, сейчас начнется восхождение. С виллы мы выехали в 3 утра, сейчас 4 утра, 2 часа будем подниматься. Вот мы на вершине. Ура! 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 Мы поднялись. Тут достаточно прохладно. Все оделись потеплее. Сняли мокрую одежду. Сняли сухую, тепленькую. Сейчас нам гид принесет горяченького чая. Все согрелись. На вершине вулкана Батур. Я маленько запотела. Отовсюду идет пар. Сегодня 15 августа. Мы поднялись на Батур встретить рассвет. Но рассвета сегодня не было, потому что сильный туман. Вот как-то так все выглядит здесь. Все в тумане. Мы взяли обезьяну. Ай! Ай! О! Я так вам там тортор, я? Типа. Я стою по ним осталь. Ну-ну, банан. Надя. Банан не хочет. А банан не ест. Нет, Арина. Берется. Вот такой замечательный рассвет мы встретили. Туманом. Он есть. Новый день настал. Мы на вершине вулкана Батур. Уже возвращаемся назад. Сейчас будем спускаться. В конце нашей сегодняшней программы у нас остановка. Мы сейчас будем кофе пить. Only this still. Yeah. Like this. Yeah, and then they put the bean coffee like this. They only this. All this. Coffee? Yeah, all they eat. Yeah, like a cherry coffee. Mm-hmm. All the animal processing. And then the food, the pink coffee like that. Ты же был вкусный. Профессионал, профессионал.
Давно работаешь здесь? 2 года. 2 года? Русский завлекает. Русский работает. Приехали на водопад Эр Кэджун. Находится в 3 километрах от нашей вилы. Сейчас посмотрим, что там есть. Стоимость билета 10 тысяч рупий взрослый, 5 тысяч рупий детский. Мы спустились. Чтобы пройти к пляжу, нужно проходить между 2 скал. Вот такая. О, лесенки. Я думаю, когда мы выйдем из этого ущелья, откроется вид на океан. Да, так и есть. Здравствуйте, влог, влог. Ставьте лайки. Надо сделать. До субботы. Мало видео, вот как раз попался Александр к нам. Да.